Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Хранителям этого имени начинает казаться, что они просто даром теряют время. Эти люди очень часто испытывают трудности с выражением своих чувств. В таких случаях они бывают робки и нерешительны. В основном обладатель этого имени – умная, творческая и свободолюбивая личность с аналитическим складом ума и нестандартным способом мышления. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.